Стоим в очереди. Набрали тут касса. Кофе. Сардиночка. Здесь указатели, нам вот сюда. Идем. Идем пополнить карту. Вот она. Сейчас пополним. Мы пополнили Истамбульскую карту. И теперь идем на метро. Мармарай. И вот мы сюда идем. Да. Да? Гириш to train. Да. Здесь можно тоже пополнить банкомат. Вот, друзья, мы приехали в форум, торговый центр большой. Видите, отсюда выходите, куча такая, и попадаете сюда. Такой вот он. Этот вход, ресторан, и мы заходим. Зашла в кабиночку примеряться, а я тут. Это я все беру домой. Вот, я пью чай турецкий, вкусняшка. Приготовила денежку. Сейчас Сабиночка спустится и отправлю ее за мороженкой. Погода прохладная, классная. Вот, Сабина спустилась. Вот, денежки бери. 20 лир хватит тебе? Да? Нет, я не буду. Иди. Осторожнее только на улице, хорошо? Вчера ходили на шопинг, и в Манго я купила вот такие вот кроссовки. Они чуть-чуть грязные, сейчас я их протеру. А, вот, остальные распаковки я сделаю. Вот, сейчас я в дорогу, хочу их надеть. Мы выезжаем со Стамбула в Аланию. Вот, так что... Всем привет, друзья! Меня слышно нет. Мы сидим в метро. Сейчас едем в Отогар, в автовокзал Стамбула. Сегодня воскресенье, 26 июня. Ну что, мы в Отогаре. Симит купила. Едем с Камилькочем. Наш багаж. Мы вот на таком поедем. Камилькоч. Идем. Вот это? Да. Здесь. В этот раз снова выбрали автобус Камилькоч. Он очень удобный, комфортный. Здесь сиденье очень широкие, удобные. Вот. И здесь есть подставка на ноги. Вот. И мы выезжаем в Аланию. Да? Ты рада? Да. Будем купаться целую неделю. И в воскресенье, 3 июля, мы вылетаем обратно. Так, мы купили кушать. Еще у нас тост. Будем мешки. А, это стоит.
из Стамбула в Аланию. В Стамбуле мы сели в автобус вчера в 3 часа дня и приехали в Аланию в 6:05 утра. Сейчас время 6:15-6:20. Наши сумки, Сабиночка. Мы ждем наш автобус и поедем в отель. В тот же отель, где мы ранее останавливались. Привет, дорогие друзья! Мы заселились в другой номер. Сейчас снова покажу рум-тур. Здесь у нас сразу вход. Сбоку, справа стоит шифоньер вместительный. Здесь есть вешалки, наш багаж. Попадаете вот такую вот комнату. Кровать. Кондиционер классно работает. В этот раз у нас комната выходит в соседний двор, в соседний отель. Вот так вот. Это балкон. На улице ужасно жарко, поэтому мы пока в комнате. Далее. Вот так вот проходите. Здесь у нас туалет. Я не показывала туалет, покажу. Зеркало, фен. Не знаю, работает, нет. Я феном не пользуюсь. Раковина, туалет. Вытяжка, душ, закрывается с двух сторон, вот так вот. Так, дальше дверь вот так вот закрывается, все, выключаем. Попадаем в эту комнату, то есть здесь кровать и вот здесь комната. Сабиночка, ой, здесь... туалетный столик, мусорное ведро, очень удобно. Здесь полочка, всю косметику положим, зеркало. Так, вот здесь вот две кровати, посмотрите, на большую семью очень удобно, тумбочка. И здесь вот такое вот окно, светло, красиво, можно закрыть, потому что ужасно жарко, хотя... Солнце не так сильно сюда падает, но вот так вот выглядит. Очень красиво. Здесь интернет хорошо ловит. Да, и телевизор. Телевизор мы ни разу не включали. Мы вообще не включаем телевизоры, не смотрим никогда. Вот. Вот такая вот комната. Полы, все чисто. Вот там, кстати, тумбочка есть. Вот, сейчас все вещи положим. Все работает, нам нравится. Всем привет, друзья! С вами Райхан. 28 июня, вторник. Мы сидим в лобби. Только что поужинали. Сабиночка со мной рядом. Немного посидим и потом сходим в Бим. Бим находится через дорогу. Надо купить шампунь, он закончился у нас. И еще пару бутылок шампуня нужно взять в Казахстан. Вот. Настроение отличное, отдых замечательный. Сегодня с утра с 9 до 2 я работала онлайн. На пляж сегодня не ходили. После обеда мы чилили возле бассейна. Кстати, я немного научилась плавать. Мы
все компашки собираемся. Вот тут Маша. Вас как зовут? Сергей. Сергей. Вот там девочки. О, Селим. Селим, то есть. Как обычно. Вот там компашка. Вот такой вот трансфер. И мы сейчас едем. Прямой репортаж. Угу. Обязательно. Автобус. Запускай, заезжай.